Вадим, вы так много сделали для нашего Донбасса. Совет Федерации назначил выборы президента Российской Федерации. И я в лице всего нашего народа, всего Донбасса, наших воссоединенных земель, хотел бы просить вас принять участие в этих выборах, потому что работы очень много. Благодаря вашим действиям, вашему решению мы получили свободу, право выбора, и мы хотим принять участие в выборах президента Российской Федерации. И вы наш президент, работы очень много, еще нужно интеграция, пройти интегрирование, социальную связь во все другие экономические форматы и чисто просто обычной человеческой мирной жизни. И под вашим руководством мы бы хотели бы это все делать. Вы наш президент, мы ваша команда, вы нужны нам, вы нужны России. Спасибо большое. Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли, но сейчас вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента России.